задний выхлоп, мне нравится, как работает. Да. Я бы поменял свой так называемый BRP на эту технику. В целом, ощущение, вот, которое вот смотришь на него, сделан прям очень добротно. Реально добротно, то есть вот нет какого-то такого прям вот ощущения Китая. Четкого, явного, хорошего, и вот подогнано здесь. Здесь также бампера сделаны, то есть вот, ну, есть мне сварочка, нравится. Сварочка, конечно, видишь, не, ну, слушай, вот вопрос, сколько сейчас стоит он и сколько другой, и поверь, что у него большое будущее. Вот, да, насчет Хайсана, который Диба рассказывает, у меня вопрос спорный, не знаю, опять-таки, многим может не зайти внешний вид. Ну, у нас, ну, народ... Конечно, да, внешний вид подкупает, базара нет. Высокий клиренс мы замеряли, значит, у нас сколько получается здесь? 31,5. 31? 30 сколько? 33 сзади. 33 сзади. Слушай, реально выглядит прям приятно. На него смотришь, патч кросс. Китай не похож, да? Нет, нет Китая. Вот такого какого-то ощущения? У меня даже похоже, что какое-то ощущение, какой-то некой смесь BRP с Полярисом какой-то есть такое. Может быть, да. Но вот эти элементы надежные, крепкие такие на самом деле. Да, я одну воткнул. Гладкий, вот не шершавый, но вот настоялся на гепарде, вот этот принт, он шершавый. Здесь он такой прям приятный. Не знаю, вообще мне... все элементы достаточно тактильно приятные. Мне очень понравился, прям реально понравился. Реально большое будущее у него. Кстати, неплохие, удобные достаточно. Так, это 30-я Зила. Да, сразу, что она влезла. Встает спереди. Резанный порог. Да, равно. Слушай, на XT пишек, ноги на BRP-шках, ну, тоже режут. А сзади место хоть 32-й стоит. Да, слушай. Там очень много места. Реально. Редуктор задний косозубый. Да, и передний. То есть запас у него хороший. Мне понравился. Ну, теперь осталось прокатиться, как он работает. Доволен? В следующем кадре. Запуск. Я не видел, но можем сейчас запустить. Ну, там, короче, он проверяет аккумулятор, проверяет датчик давления. А вот это мне напоминает. Вот, я про это говорил, видишь? Вот это мне напоминает, знаешь, какой-нибудь этот Жигули, в которых там дергается. Причем электронная часть точная. Вот она, ну, реально точно показывает малейшие там изменения. Видишь? Да. А это прям вот она. У меня прям Жигули, УАЗик, напоминает, который стрелочка подергивается. Да. Ну, может быть, просто это глюк у тебя такой. Не-не-не, на всех такая. На всех, да. Ну, то есть она. Аналоговая часть как-то настроена так коряво. Приятный прибор, мне нравится. Слушай, и вот эта тема, которая подходит, прям отличное решение, и не колхоз. Выхлоп достаточно негромкий, кстати говоря. Что-то колдовал с ним уже? Сейчас Миха покажет, как он может. А? Сейчас Миха покажет, как он может. Со стороны прям реально круто выглядит. А? Круто со стороны выглядит. Смотри, да? Да. Это Ашка, не понижай. А, это Ашка была? Да. Понижай, я могу вообще. Слушай, ну... Нет, сам проедешь. Да, все. Сам не стать, все будет. Два решения у меня, я сделал. Да? Который заводской жестко зажатый, скажем так, да? Ага. И то, что я сделал, прям супер кайфовый. Мне нравится мягко. Странное ощущение. Ну, ты сейчас поедешь, поймешь. Не-не-не, ощущение странное на месте. Че, ты покачиваешь? Я не привык ездить на коротышах. И шлемах. Да, согласен, это плохо. Ты чувствуешь, да, что там парковку не забудь поставить? А? Парковку не забудь поставить в избежание там газа лишнего. Слушай, подрывает отлично. Кстати, выхлоп, мне нравится, как работает. Он прям не этот орущий, да. Какая-то. Ну, это чисто там, ну, ручная работа, скажем так, людей. Мне нравится. Вот если говорить так вот,
подвести итог. Я бы поменял свой называемый BRP на эту тему. Ты согласись, но есть эмоции. И управляемость есть. То, что там Попов писал. И, кстати, может быть, бы я все-таки взял бы Коротыша. Вот какой-то есть в нем такой момент, где мне очень прям понравился. Компактность, и на нем можно как раз вот классно попрыгать на длинном, так не получается. И речки, которые порой бывают небольшие,